Всем снова привет, мои дорогие друзья. Сегодня снова дезертир и снова Assassin's Creed. Ну что, поехали. Азим, начнем опять одиночную игру. Я попробую вспомнить, что же интересного мы там смогли сделать. И, честно говоря, припоминаю много интересных моментов. Ладно. Последнее это, по-моему... Ой. Как-то я не туда переключился. Вот сюда. Так, там контракт на убийство, там осмотр, нам что-то про дротики написали. Давайте выполним контракты. Сегодня будет серия такая по сбору. Как я обещал, периодически они будут выходить. Итак, это контракт. Берем его, начинаем выполнять. Цель находится в море. Нет, не в море, вру. Работорговец. Цель для убийства. Так. Доберитесь до вашей цели. Да, извини, чувак. Я помешал тебе. Допрыгнули. Так, вот почему-то мне управление, правда, чуть-чуть не слушается. Видимо, это из-за того, что я подрубил геймпад. Да ладно. Будем совсем незаметны, не привлекать внимания, не врезаться в толпы, как я это делаю. Опорная работа. Жалкие городки. Не знаю, почему я до сих пор с вами торгую. Да ладно, ребят. И это все. Молодец. Сам добился того, чтобы я за тобой решил пойти. Я ведь вовсе этого не хотел. Так, а еще надо все-таки вырубить вот эту парнишу. Меня взяли обыскать, а не спуститься. Прощай! Давайте заодно добьем всех тех, кто был здесь. Упс. Такой взрыв и не привлек никакого абсолютно внимания. Не верится. Прости, прощай. Итак, снова в деле. Ладно, на самом деле надо просто было убить и обыскать. Больше здесь делать ничего. Так, открываем карту. Угу. Вербовка маронов. Охота на тамплиеров. Бежим к нашему другу. Хотя на самом деле жалко, что мы не можем носить оружие. Первый, собственно, из ассасинов. Продолжение. Я их нашел. А я нашел, где держат его братьев. Освободите их. Нет, друг. Я свой долг отдал. А в дела с рабами не полезу. Тут, небось, и тамплиеры ни при чем.
Все дела свободы — это дела ассасинов. Ваша цена. Что? Беспринципные люди любят золото. Сколько вам надо? Мне нужен один ключ. Из набора, что сделали тамплиеры. Эти ключи? Они еще целы? Выходит, не только я про них знаю. Найдем его. Он ваш. По рукам. Найдем же ваших друзей. Пьяницы и шлюхи могут помочь вам. Да. Ну, поехали. Алкаши, давайте. Поколдуй тут. Ваш, вору, понял? Сбегали, на меня напали. Ты офигел. Ну. Спасибо. Скорей, в контору. Не за что. Да умри ты уже, ё-моё. Так, кстати, вот здесь вот есть сундучок. Надо бы его украсть. Отлично. Получили денежки на халяву. Так, ну и дальше по списку. Освободить еще двоих надо. Ну, сделать, чтобы Анта особо не пострадал. Я задел листик, и в итоге получилось так, что как-то это все печально. Ладно, не важно. Минус два. А их? Как их считать? Мы их не видели. Прости. Прощай. Ура! Идите в контору. Следующий. Мы стараемся это сделать более-менее незаметно. Кстати, вот здесь музыка. Заодно ее попробуем собрать. Вот так вот быстренько успел я собрать эту музыку. Я даже не ожидаю. Вот себе. Чтобы не попадаться, надо постараться это сделать аккуратно. Там еще контракт с боку на убийство. Я так понимаю, контрактов этих будет много. Двигайтесь осторожно. Там будет много охраны. Вы знаете, что делать. По весам. Как он прошел сквозь них? Ну и ладно. В любом случае мы своего добились. Где? Спасибо. Встретимся у конторы. Ну, я, собственно, 3 из 3 сделал. Что дальше? Все? И куда теперь? Ха. Нет уж, на сегодня хватит. Или вам понравилось? Конечно, понравилось. И все, а тамплиер? А как же ключ? Наш тамплиер не появился. Ключ вы получите в другой раз. Другого раза не будет, Анто. Вот поймете, как вам нужен ключ, или, может, обзаведетесь совестью, будет и другой раз. Засранец. Это вот нечестно использует меня в своих целях. Тем более таким способом. Ладно. Отматываем еще дальше. Ну ничего, ищем его. Кстати, посмотрим, тут склад есть, какой-то контракт. Давайте.
бежать далеко, хотя вон он. Могли бы сделать так, чтобы можно сразу было к нему обратиться, а не бежать 3 часа. Кстати, ограбить посыльного. Причем посыльный меня еще не заметил. Ну, придется подраться за посыльного. Ну, ничего, я это сделаю. Ах ты ж, зараза. Я отсижу, думаю, в чем там прикол. А они тут меня пытаются поймать, все засранцы. А так? Кстати, я посмотрел, этого так легко-то не пробить. А посыльного мы ограбим все-таки. А еще попробуем взять вот эту частицу. Черт. Будет сложнее, чем я думал. Чуть-чуть, на самом деле, сложнее, чем я думал. Оп. Все, взяли. Отлично. Не знаю, мне, например, нравится периодически вот так вот бегать, собирать все это дело. Бежали до ассасина снова. Кстати, по-моему, здесь мы начинали. Ну, или где-то в этой местности. Так, задание оборона. Вернулись? Обрели совесть? Мне нужен мой ключ. Терпение, мой друг. Вы что, гостей ждете? Возможно, ключ совсем рядом. Защищайте контору. Спасенные нами помогут. Как он красиво двоих зарубил, кстати. Все-таки двумя мечами он дерется офигенно. Слишком тихо, мне это не нравится. Появится еще. Прорядите их, будут еще. Вперед! Так, вот я так не понимаю, к чему таймер. Назад! Враги с востока! Пусть пути! Вы убили уже многих! Ну что ж, давайте добивать остальных. Вперед! Чем больше убьете сейчас, тем слабее будет следующая атака. То есть таймер он просто дает, чтобы мы убили определенное количество людей. И не более. Подкрепление с юга! Их еще много. Будет непросто. Ой, да ладно. Все офигенно просто. Минус 2 сразу. Защищаемся. Добиваем этого идиота. Я ж нажимаю пробить защиту.
готов. Эдвард, я рад, что вы появились вовремя. Простите, ключа у меня нет, но... Нет, ключ подождет. Хочу проучить того, кто это сделал. Тамплиера зовут Кеннет Абрахам. Он много лет воюет с маронами. Но мы сильны, и ему нас не победить. Я придумаю план. Третье задание на ассасинов. Самое первое, я думаю, вы помните, там просто слежка была. Давайте переместимся, видимо, будет четвертое сейчас задание. Сюда. Вообще, по-хорошему, надо бы карту открыть. Так. Ближайшая по карте. У нас вот там вышка где-то. На вон той часовне, видимо. Ну, я бы сделал на часовне, я не знаю, может, конечно, не прав. Оба-на. Не знал, что поэтому мы можем лазить, а мы и не можем. Я просто вот эту часть увидел. Так, а... Круто. В общем, я пока не понимаю, как ее взять. И вообще, это, честно говоря, как пока забраться на эту церковь. Не, чувак, ты меня не тронешь, а вот у тебя будет странный припадок. Так что все окей. Определенно захочешь кого-нибудь убить. Так. О, все, отлично, я собрал. Люблю, когда получается все это делать. Очень нравится. Такие моменты. Вот здесь, конечно, обидно. То есть... ну, беги на стену, что ты застрял-то. Так. Ага. То есть зацепиться там вообще не за что. Отлично. Иногда вроде бы кажется, что есть за что зацепиться, а оказывается, что не за что. Но, ну, как я искал там... Миссия для побегать. Постоянных побегать. Опа. Прыжки веры постоянные у нас опять. Так, что у нас здесь есть открыто? Контракт, сундук, мелодия, абстерго. Ничего интересного. Идем куда шли. Но зато у нас теперь есть быстрое перемещение. И, кстати, 7000 есть. Можем даже, в принципе, что-нибудь интересное купить скоро. Уловка командира, миссия называется. У меня есть план, но он сложен. У Абрахама связи, а в карманах полно золота. Но мы нашли человека в его ближнем круге. Проследим за ним, он приведет нас к цели. Как давайте я покончу с ним. Смотрите, вот он. Как я не люблю слежку. Добрый вечер, сэр. Славный вечер. Славный вечер для празднования победы. Наши ряды тянутся. У них нет ни танца. Жаль, их не пригласят посмотреть, как мы празднуем победу. Да уж. Забираемся аккуратно. Ну, собственно, пока особо болтать я даже смысла не вижу. Можно присоединиться? Да. И вместе веселее. Я только из казарм. Уверен, новые партии оружия решат наши проблемы с маронами.
Так и задумано, клянусь честью. Считаете, они будут нас ждать? Скорее всего. Они всегда все знают. Но будет уже не важно. Прошу прощения, меня ждут еще кое-какие дела личного характера. Эми, увидимся там. Не, ребят, там ничего интересного, мы лишь стоим, отдыхаем. Здесь, видимо, где-то матросские песни были. Но я их не видел, честно говоря. Добрый вечер. Командир сегодня присутствует? Да, я как раз с ним говорил. Он где-то здесь. Он был у нас под носом все это время! Ни одному солдату не сравнится в ловкости с Мароном. Но ваша правда, его сложнее одолеть, чем легко до него. Эй! Ба! Так, портим. Из щелей, да? Ну, из ущелий, ладно. И что с того? Говорят, они там прячутся по ущельям, выскакивают из какой-то дырки и убивают. Это был не тот. Из дырки! Смейся, смейся. Тебе помирать. Я знаю, что говорю, и буду начеку. Не буду ничего особо предпринимать, он все равно сейчас умрет. Несет за собой еще одного человека. Отлично. Зачем было нападать ему, я не понимаю. А, это их же. Супер, тем временем мы пробежали чуть дальше. Ждем, пока ребята разойдутся, тем более, что меня они и не видели. Так, тот сейчас придет сюда. В это время мы вырубим тебя. Ну, так, чтобы он точно не поднял тревоги. Опс. Могу помолить из города. Здесь полно дичи и фруктов, а реки нам нужны не меньше, чем им. Отнять землю? Не можем, договор. Договор? Забавно. Испортим на всякий случай. Сколько лет мы бьемся? Ваши люди в горах почти без оружия. Моя великая армия.
Но вы живы, а я мертв. Вы просто не желали победить. Вот тоже интересно. Он умер от снотворного, по сути. Потому что нельзя с ноги вдарить так, чтобы убить человека до крови. Причем до внешнего кровотечения. Причем ударить по почкам. В итоге убить. Вот теперь он умер. Ну и посмотрим, что у него было. Пули и дымовые бомбы. Неплохо для начала. Такая вот веселая миссия. Что там еще есть? Что там еще дали 1500? Все? Это серьезно? Все, это больше не будет миссии этой. Ох, какой там большой остров-то, мама мия. Где-то, я так чувствую, еще не самый большой остров. Да, вот это все-таки побольше будет. Еще у нас вот здесь вот задание есть. Но это будет в следующей части уже, скорее всего. А в этой части мы давайте, знаете, что еще пособираем. Откроем вот эти две. Вот эти две вышки мы откроем сейчас. Внимание, запретная зона. Осталось бежать всего лишь 300 метров. Жалко здесь лошадь. Ну, по крайней мере, я ее пока не видела. Значит, что в ближайшее время я ее, скорее всего, не найду. Хотя предположу, что лошади в этой игре могут и быть. По крайней мере, это было бы очень полезно. По крайней мере, мне кажется, что это было бы не просто полезно, но и нужно. Пиратов я освобожу, но только после того, как смогу синхронизироваться. Новое место для синхронизации, отлично, все супер. Освобождаем пленников. Не парюсь. Спасибо, я остальных найду. Давай. Так. Кстати, вокруг нас что-нибудь интересное есть? Контракт, улучшение, капитан порта. Вот мне интересно, что за склад, груз для улучшения или на продажу? И он полон. Так. Нам так-то на самый верх надо как-то забраться. Наверное, вот так вот пойдем потихонечку. Найдите обладателя ключа. А! Все, понял. Ну это как вот миссия, атака на плантацию, по-моему. Собирайся, дружочек. Забирайся еще выше и еще выше. Совсем высоко, давай. Ты почти забрался. Молодец. Так, а плантация находится... Ага, она дальше. То есть здесь можно даже не включать орлиное зрение. Вот он. Ага,
То есть в идеале аккуратненьким образом вырубить наглеца. Ну да как вот вообще понять? Ну вы это видели, да? Alarm! Rouse yourselves, you dullards! А, ладно. Будем действовать быстро. Стоп, а откуда вы этого ключа? Там же другого был. Мама дорогая, еле успел нажать. Опа. Хрен ты меня убьёт. Ай, чёрт, попал таки, скотина. Ну. Ну. Молодец. Так. Ну, удерживать, украсть ключ. Вот, отлично. И теперь ограбить склад. Вообще чувак прям красавец, меня даже не заметил. Посмотрим, что у нас там еще есть. Надо вот как-то вот того чувака еще брать более-менее незаметно. А это чувак, окей, понял. Вот того надо брать незаметно. Ну, или более-менее. Ну, конечно. Так, он с моей пышки. Ты умрешь сегодня. Впрочем, как и ты. Ауч. Так, не мешайте мне, ребят. Ну нас жал же. Вот сволочуга. Тихо. Вот, готов, все. Надо же. Не могли это раньше сделать, да? Проще, чтобы было. Так. На всякий случай все равно убираем колокол. Навось это нам дает какие-то плюшки, не знаю, может не дает. Может не дает. Да хватит залезать везде и всюду. Так, взяли немножко груза. Подать аромы сахар. Что-то как-то маловато груза, я вам скажу. На кораблях это больше перевозится. Здесь, короче, обратная тема, что мы ограбляем. И... Точнее, мы грабим. Нет такого слова, ограбляем. Мы грабим, и уже тут получается, что все как есть. Ладно. С вами был, как всегда, ребят, Дезертир. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Она, как я и говорил, будет в основном потому, как я долго-долго бегал. Поэтому ничего такого в ней особо нету. Но есть миссия с ассасинами, за что спасибо, опять же, разрабам. Ладно. В общем, вам тоже, ребят, спасибо за просмотры. Всем спасибо, всем пока, всем удачи. С вами был, как всегда, я, Дезертир. Пока-пока.